Из чего делают мыло? Почему сахар и кофе – лучшие ингредиенты для скраба? Как в домашних условиях растопить мыльный раствор? В школе номер 8 в Химках прошел мастер-класс по мыловарению. Провела его одна из родительниц, Екатерина Епифанцева. Поделилась с мамами и папами своим опытом и секретами домашнего производства мыла. Было очень интересно. Детям интересно, взрослым. Мы смешивали всякие разные составы, получали маленькие симпатичные мыльца. Время участники мастер-класса провели с пользой. Не только послушали теорию, но и сами смастерили мыло. Приятный и полезный подарок на любой случай.